Я вас приветствую, дорогие друзья. Вот решил сделать видеообзор газели, что было сделано. Вот она у меня 5 месяцев. Вот колеса заменены, круг, шпильки с гайками. Вот потом печка. Вот еще не поставил, сейчас заменил только. Поставил кран. Вот будет вот такой сантехнический, будет открываться вручную, потому что с тем проблем, он то работает, то не работает, кран он беспонтовый. Вот сейчас обшивочку поставлю еще, и вот, с печкой все хорошо. Так, вот здесь радиатор поменял, все завел, печка греет, хорошо все работает. Ну, по салону больше ничего не делал, только поставил камеру заднего хода. По салончику пока еще руки не дошли, чехлы хочу поставить. Так, будку хорошо укрепил, вот. Разварил, раскосынил, все углы разбирал, вот. Раскосынил, откапиталил полностью, вот так. Здесь поставил бачок в крыло от бизнеса для омывайки, поставил скалины. Вот как они называются, ну вот эти бегунки, вот на дворнике забыл, как они называются, но не важно. Вот. Заменил новый радиатор, поставил медный, вот сеточку поставил, чтобы всякие бабочки, бампер поменял, вот противотуманочки, вот поставил светодиодные, так что подсветочка тоже тут, ну сейчас вот подсветочку включу, в принципе светодиодную подсветку тоже, типа ходовые, дневные ходовые огни. Так, включаем вот, и смотрим. Днем она как-то, ну не так они синеватые, но ночью прямо-то вечером вообще замечательно. Уже купил, хочу здесь тоже светодиодные, такие же белые, поставите вот сюда вот именно, вот на вот эту полосочку, как бы, ходовые огни. Вот. Так, что еще? А, купил вот элементы с обогревом, буду ставить обогрев зеркал. Так, покрасил раму, так обновил. Вот, рессору по одному листу, рессоры добавил, все сайлентблоки, все в круг поменял, выхлопную систему новую тоже поставил. Видно, что вот они все болты на сайлентблоках новые. Вот так, это вот они рожки у меня с ходовыми огнями. Вот так. Вот они вечером вообще хорошо прям светят. Так, здесь тоже будочку всю утеплил 50 миллиметров пенопластом. Это сильная плотность, я не знаю, какая она плотность называется. Вот. Поставил прожекторок. Сейчас я его включу тоже. Так, у меня включается вот здесь вот вместе с камерой. Вот кнопочка раз, камера заднего хода заработала. И заработала подсветка будки. Вот она. И здесь прожекторок ночью прям здесь светло, хорошо даже освещает. Здесь, если ворота открыты, задом сдаешь, освещает хорошо. Вот фанеру 12 постелил на пол, утеплил пол. Ну, теперь ничего не прогинается, все четко. Осталось сделать обрамление углы все по кругу. Все вот это вот по низу, вот поверху, и с будочкой тоже будет все
А, еще крышу тоже поменял. Вот, потому что текла. Вот, оцинковочку новенькую поставил. Тут навесик делаю. Вот опорная стена. Это у нас огород. Здесь землю. Вот, сделал опорную стену. Сейчас вот такие столбы. Вот. Каменно-бетонные. Потом я их обточу короночкой. Будет симпотно смотреться. Типа вот так вот будет смотреться. Вот. Здесь вот еще сейчас буду ложить. Здесь так подсветочку повыключаю. Противотуманки тоже у меня включаются. Вот отдельная кнопка. Это когда зажигание только включаю. Вот. Вот сейчас я зажигание включу. Вот все, включил зажигание, они сработали. Вот как-то так, вот так подсветку выключаем. Ну и все. Потом уже это не ее коврики. Ева, это у меня четырки остались. Вот сейчас пока постелю временно, что нормально. Вот, потом уже чехлы. Ева коврики газелевские возьму. Короб я уже показывал. Вот короб у меня под инструментом я сделал. Вот очень удобно. Да, есть. Так, вот. Вот у меня как. Все здесь у меня. Все здесь у меня. Все, что нужно. Вот и помпочка, и тут и ремень, там термостатик, там все такое. Тормозуха, там это. Все, что необходимо в дороге. Вот инструмент, ключи. Вот, вот так вот тут выглядит мой короб под инструмент. Очень удобно и ничего. Сидушечку раз снял, поставил и все. И ничего не мешает нигде. Ну, здесь это дверюка. Трос у меня такой. Потому что заводские тросы это беспонтово. Вот это вот вдвойное она идет. В два вот так связаны они. Выдерживает он. КамАЗом можно тянуть. Вот. Так. Это вот она выходит у меня на будку. Освещение и камера. Так. Что у нас еще? А, камеру еще не выключаем, да? Ну да, не выключаю сейчас. Надо выключить. А то так будет работать. Вот, видно все. Парковаться как все шикарно прям. Прям практически отбойника мы не касаемся никогда. Вот. Все хорошо получается так. Отключаем камеру. Все, камера не работает. Ну ладно. Дальше. Больше капиталочки вообще работает хорошо. Масло не кушает теперь. Сейчас буду газ оформлять. Сейчас баллон хочу. Потому что баллон маленький и он уже старый. Хочу 105, по-моему. 105 поставить. Вот, если 115 влезет, 115 вставлю. Ну ладно, подписывайтесь, ставьте лайтосы, дизлайтосы. Дальше больше буду делать обзоры. Кому интересно, задавайте вопросы. Отвечу на ваши вопросы. Сейчас на рыбалочку с дочерью собираюсь. Тут у меня технический беспорядок, ну, как всегда. Вот, вам удачи, вот, и на дорогах. Всего доброго. До свидания.